может оказать сильное благоприятное влияние на своего читателя. Всем привет, это Даша. Сегодня уже сентябрь, лето закончилось. Пора называть лучшие книжки этого чудесного солнечного, голубонебового отпуска дыхательного сезона. У нас будет, как всегда, три места, хотя вот в августе я прочитала очень много книг, и можно было бы подумать о том, чтобы ввести, например, пять мест. Но нет, пока будем придерживаться традиции трех книг, там посмотрим. Итак, первое место занимает книга Лианы Мориарти, называется «Тайна моего мужа». Сначала может показаться, что это такой женский роман, пусть очень высокого качества, но тем не менее. И все-таки я вижу в этой книге больше, чем женский роман. Когда мы берем в руки книгу, то видим сразу несколько семей и не сразу понимаем, что у них есть общего. Но на самом деле в каждой семье свои погремушки какие-то, свои сложности, свои конфликты, свои какие-то интересные штуки. И наблюдая за ними, мы чему-то учимся. Параллельно к этому приводится проблема Берлинской стены. И вот я, например, обнаружила для себя, что многого я не знала и подчеркнула много новой информации. Прочитав эту книгу, вы сможете сделать для себя многие выводы. Здесь присутствует и детективная линия, очень мощная, вызывающая сильнейшие эмоции, порой доходящие до слез. И заключительная часть у автора просто эпичная. На втором месте книга Элизабет Гилберт «Есть мы любить». Ко мне, кстати, скоро придет ее новая книга «Город женщин». Сначала я хотела поставить эту книгу на третье место, но так как она может оказать сильное благоприятное влияние на своего читателя, я все-таки решила дать ей второе место. Да мне все равно, что «Ешь, молись, люби» изменила твою жизнь. И, наконец, первое место отдано тоже совершенно не случайно. У меня есть свои причины разместить эту книгу именно на первом месте. В силу того, что, я надеюсь, эта книга пробудит в своем читателе то, что было забыто нами благодаря очень жестокосердному 20 веку. Интерес к своим корням, знание своей истории и, в первую очередь, конечно, интерес к славянам. Дальним, вот тем, которые еще на Белесте писали. «Финист Ясный Сокол» Андрея Рубанова. В моем личном топе книг, прочитанных за лето 2019 года, занимает первое место. Мои аплодисменты автору и, конечно, его произведению. В этот раз получилось очень короткое видео, но чего тут рассосоливать о всех этих книгах, я уже рассказывала ранее. И если вы давненько подписаны на мой канал, то уже слышали мои отзывы. Если вы новичок, добро пожаловать. И под видео я оставлю ссылки, где я рассказываю о всех упомянутых в данном видео произведениях. А следующее видео будет посвящено книге Дианы Сеттерфилд «Пока течет река». Непременно его посмотрите в будущую среду. И пока-пока, до скорых книг!